Всем привет, на связи Кожушка Владимир. Сейчас я хочу на этот телефон установить такой суперагрегатор приложение UDS Game. То есть, что для этого нужно? Для этого нужно войти в Play Market и установить эту программку. Прямо в поиске пишем UDS. Вылазит такая птичка. Кнопочка установить. Принять. Что-то грузится, показывает сколько. Если телефон быстрый, новый, то загрузится за секунды. Прошло, не знаю, даже не успел засечь. Так, грузится, устанавливается. Задача — это скачать, установить, открыть. Открыли. Открывается вот такая вот форма. Да, форма, она идет в виде, ну, как бы, предложение, да, или телефон, или email. Я рекомендую телефон, потому что телефон всегда можно запомнить, а email нужно заходить через почту. Ну, Facebook, ВКонтакте, это уже на усмотрение. Что дальше делаем? Дальше мы вводим номер телефона, который на этом же аппарате есть. Так, 8 910 015 84 17. Верно. Вот бы отправить. Идет, что-то там происходит. Приходит вот такая ерундовина. То есть какой-то там подтверждающий код. Нажимаем создать. Он ее создает. То есть здесь нужно написать имя. Что мы напишем? Имя будет у нас. Пускай тоже будет Владимир. И пускай это будет тоже Элит Балкон. Телефон рабочий, номер рабочий. Дата рождения, ну, не будем стесняться, напишем 2000 год. И месяц какой-нибудь, да все пофиг, 1 апреля. Да, мужской, конечно, мужской. Зарегистрироваться. То есть произошла регистрация. Дальше что он просит? Он просит ввести UDS с... Так, если у вас есть код приглашенный, QR-код для вступления, вы можете использовать его прямо сейчас. Мы что делаем? Мы поднимаем телефон, и под ним у нас есть наш код. Мы просто делаем скан. Нажимаем фото, он предлагает, и происходит вот такая вот штучка. То есть мы находимся в, как бы, как приложении, да, в компании Elite Balkon. Нажимаем перейти. То есть, где мы находимся, предлагаем. Мы пишем, что это Москва. Весь мир нам не нужен. И сейчас такая ситуация. Мы видим, как бы, аккаунт компании Elite Balkon. То есть, что мы будем делать? Следить будем за новостями. Будем следить. Будем смотреть места. Ну, будем смотреть. Играть будем. Пропускаем. Не играем. И вот что мы видим. Мы видим аккаунт Elite Balkon. Лайкаем его. Что там было? Добавить избранно предлагает. Добавить. Видим все данные по компании. Видим, какие условия бонусной системы. То есть можно кого-то приглашать. Нажимаем. И кому-то даем код. И человек под этим кодом заходит. И уже как будто бы по рекомендации. Здесь же мы видим вся информация по компаниям, которые находятся здесь. Компания у нас, наверное, у нас строительство. Я имею в виду Elite Balkon. Строительство, ремонт. И что-то еще, кажется, было для дома что-то. Давайте тут все для дома проверим. То есть заходим сюда, тут всякая информация, кто-то что-то предлагает. Мы тут смотрим, кондиционеры. По идее, должен быть тоже Elite Balkon. Так, я не нашел, не увидел. Так, не вижу его, кстати, странно очень. Точно не видел. Очень странно, ладно. Значит, все для дома нет, благоустройства тоже нет. Строительство. А что же еще там было? Очень странно. Ну, проверим. Строительство нажимаем. Вот Elite Balkon, заходим в компанию, видим всю информацию.
То есть мы приглашаем на компанию Elite Balkon всех, ну, кто нам нужен. Вот все данные по новостям от компании. Активно тут они размещаются. Стараемся две штуки в день, как положено. Ну, тут можно, в принципе, подписаться под другие всякие разные компании. За вступление они будут начислять баллы. Свежие компании. Баллы в ноль. То есть, если подписаться на эту компанию, то они начислят баллы. У нас самая максимальная скидка 12%. У кого-то 15, кого-то 20, кого-то 5, 10. Вот, в принципе, и все. То есть, для того, чтобы привлечь клиента в нашу систему, нужно его просто приглашать. То есть, нужно давать всем своим друзьям, знакомым QR-код. То есть, здесь вот, когда заходим, мы видим все новости. Все новости. Все новости за вчерашний день, например. Крутим, смотрим. Вот Elite Balkon. Если нажмем кнопку «Играть», то мы вступаем кому-нибудь. Например, если мы кого-то приглашаем, то мы нажимаем в компанию Elite Balkon и даем QR-код. То есть человек, которого мы приглашаем в эту систему, он будет уже под нами, но в компании Elite Balkon. Или, например, мы вступаем куда-то. То есть нам нужен чей-то код для того, чтобы вступить в это сообщество. Код мы можем взять в компании какой-нибудь. Например, все для дома. Заходим сюда, нажимаем в эту компанию. У них 1000 баллов за вступление, то есть они 1000 рублей дарят. И здесь нужно нажать, наверное, стоп. Вернемся назад. Новости, отзывы. QR-код обычно пишут. Вот он, видите? Это номер, который вручную можно ввести и подписаться на эту компанию. То есть нужно его переписать от руки. Копируется. Нет, не копируется. А что бы сделал? Ну, можно, да, отсюда его сделать. Наверное, так вот копировать. Мы это проверим, вырезать. Попробуем вступить в эту компанию. Играть, вступить. И вставляем этот код. Вступаем, вступаем. То есть мы вступили в компанию ZOV. Что у нас такое кухня? Перейти. То есть эта компания нам сейчас презентует 1000 рублей. Мои баллы 1000. Все. И так дальше. Чем больше компаний мы присутствуем, тем больше у нас, так сказать, подарков. Все. Видео получилось почти на 9 минут, но мы прошли, в принципе, все этапы. Как зарегистрироваться в новой компании вообще с нуля и как зарегистрироваться в чужих компаниях, тех, которые нас интересуют. Надеюсь, что кухня ZOV меня в ближайшее время заинтересует. Все, всем спасибо, вот такое видео. На связи. По любому вопросу звоните. Телефоны есть под видео.